Печь Бухара комбинированная, производитель Вира. Это печка под казан, вот сейчас она в упаковочке вот так выглядит. Распакуем, посмотрим ее комплектацию, что она из себя представляет. Вот так печь Бухара выглядит в распакованном виде. Здесь уже кольца сняты, для того, чтобы показать, а что внутри топки, какой диаметр очага, какой казан по диаметру можно поставить. Сейчас рулеткой замерим. Так, по центру получается около 33,5 сантиметров. Выход дымохода сзади 115 миллиметров. В комплектации идет специальный переходник, который будет вот сюда прикручиваться при помощи болтовых соединений. Но сразу обращу внимание, что лучше сначала герметиком промазать стык, потом примотать. Дверка открывается сверху вниз. Зольный ящик. В зольном ящике идет чугунный колосник. Внизу типодровницы что-то. С двух боков есть специальное отверстие для подсоединения полочек и переносных ручек. Это у нас кольца. Так, болтовые соединения идут в комплектации. И вот сами полочки, две полки и две ручки. Они просто в отверстие вставляются и все. Ну, герметик обычно термостойкий. Вот здесь у нас плюс 1500, можно взять плюс 1750. Так, и завершающий момент. Паспорт. Вот здесь в паспорте нарисовали выход дымохода. Просто угол 90 с плавным переходом и труба с зонтиком. Но лучше сделать... Это опять же для чистки. Стакан, то есть тройник с колпаком с ревизией. Стакан, где можно будет вытряхивать сажу, чистить. Печь Бухара комбинированная, Вира.